Тише. Все просматривается. Плаза, осторожно. Красный уровень опасности. Не покидать своих номеров и выполнять указания персонала. Надо определить угрозу. Осторожно, а то нас поймают. Очень странно. А! Угроз не обнаружен. Прячься быстро! Какого? Прятаться тут негде, так что вылезай! Внимание! Блин! Нас засекли! Чингада Мадре! Дергайся, а то нас увидят. Осторожно, а то нас поймают. Внимание! Камбэки Плаза объявлен красный уровень опасности. Просим не покидать своих номеров и выполнять указания персонала. Что-то заметил. Осматриваю территорию. Прячься быстро! Очень странно. А? Я вступаю в поиск. У офицера должна быть карта. Чего ты ждешь-то? Обыщи его! Прячься, Ви! Ты ранен!
Что-то тут не то. Тише. Надо определить угроз. Очень странно. Блин! Нас... Торопись, Ви. Враги смотрят. Что-то заметил. Осматриваю территорию. Очень странно. Блин! Нас засек... Не дергайся, а то нас увидят. Что-то тут не то. Блин! Нас засекли! Что? Сабура Арасака. 150 лет жил. А сегодня... Именно сегодня... Финита, бля, комедия. Береги силы, Джеки. Ну, так я их и берегу. Ты... Не грусти, Ви. Мы выберемся. Скажи это, Тибак. Может, она была бы жива, если бы мы не строили из себя крутых. Слышь, не срывайся на меня. Я же вижу, как оно все.
Лучше уебывайте! Слышите меня, Гониус? Ходить с поднятыми руками! Тише. Прячься быстро! Камеры! Не торопись, Ви. Враги смотрят. Эй, алло! Ты где там? Осторожно, а то нас поймают. Проверять.
камеры. Идет. Ви, тебе... Вступаю в бой! Сдохни, тварь! Они ждали. В
Теперь в лифт! Быстро! Рана открылась. Выходить с поднятыми руками! Откуда взялся этот лимузин? Хороший вопрос. Вот эта тема!
Я тебя прикончу! Газуй! С возвращением. Оставьте все проблемы за дверью нашего такси. Проблемы будут, если ты не увезешь нас нахуй! Неплохо. Отзыв клиента учтен. Как дела у машины? Отлично. Но, к сожалению, за нами погоня. Ёбаный насрал! Доломэй! Активируй боевой режим. Сохраняйте спокойствие. Чего? Проезд заблокирован. Мизуалос! Автомобиль замечен воздушным судном противника. Я разберусь. Джеки, ты белый как мел. Видишь, я говорил, мы выберемся. По данным сканирования, мистер Уэллс находится в критическом состоянии. Вези нас к Риперу сейчас! Приношу извинения, но это невозможно. Маршрут поездки был определен и оплачен заранее. Я не имею права его менять. Нахуй твои права! Делай, что я говорю!
Ничего, Ви. Я выдержу. Советую поддерживать мистера Уэллса в сознании. Теперь мы будем брать только самые жирные заказы. Слышишь, Джек? Да, ты разбогатеешь, Михо. Я знаю. Нет, Джеки, мы разбогатеем. Я тебе обещаю, слышишь? Потеряй ради меня. Эксельсиор гарантирует бесплатную доставку останков по выбранному адресу. Мне нужен лишь пункт назначения. Я думаю, он хотел бы быть со своей семьей. Ближайшим родственником мистера Уэллса является Гвадалупе Алехандро Уэллс, владелица бара «Эль Койота Кохо». Я доставлю его тело в целости. Мистер Дешон ожидает вас в номере 204. До встречи в высшей лиге, Джеки. Пусти. Тебя ждут. WNS, 54-й канал. Пираты. О вашем проебе говорят все. А где Джекстер? Остался в машине? Может, спросишь, как он себя чувствует? Не говори со мной таким тоном. У него было кровотечение. Он умер. Вот как. Мне жаль. А где чип? Тем не менее, доказательств их причастности к убийству отца пока не предоставил. У меня с собой. Этого я и боялся. Что? Сабура Арасака мертв. Ты понимаешь вообще, во что вы меня втянули? Вы завалили его величество, императора. Все, кто как-то с этим связан, подписали себе смертный приговор. Из-за тебя мы вляпались в это говно!
Как ты нас готовил к операции? Ты не знал, что Сабура Арасака будет в отеле? Я не мог прийти к нему и заглянуть в его ебучий ежедневник. И вообще вас никто не просил его убивать. Это были не мы. Да ну, так и скажи Арасаке, когда за тобой придут. Ладно, спокойно. Надо продумать следующий ход. Забираем у Паркера нашу долю и уезжаем из города. Но сперва тебе надо что-то сделать с лицом. Ванная вон там. Приведи себя в порядок. Это я. Да, я бронировал шаттл. Сегодня. Нет, до утра не подожди. Одно место. Я еще доплачу. Космопорт. 4-й терминал. Окей. Ви, иди умойся. Ты весь в крови. Кому ты звонишь? Эвелин Паркер? Нет, в доке. Старому другу, которого я знаю по перевозкам. Больше тебе знать не надо. А теперь будь добр, умойся. Ну ладно. Какой у нас план? Как хочешь. Я не хочу рисковать, Ви. Помнишь наш первый разговор? Я все-таки выбираю тихую, спокойную жизнь. Обойдусь без лучей славы. Туда. Тихо, тихо, успокойся. Опять обдолбанный. Сегодня я... Я пришел, чтобы с вами попрощаться. Деньги — это деньги. С ними, блядь, не шутят. Слушаю. На что ты тратишь жизнь? Бегаешь за нами, как шавка. Эй, с тобой все нормально. Джонни, подожди! Не надо этого. Ты же ничего не добьешься. Ты хочешь, чтобы я сдался? Это очень в твоем духе. А знаешь почему? Потому что ты всегда был тряпкой, Керри. Хочешь, дам тебе совет в память о старых временах? Кончай, блядь, себя жалеть. И начни двигаться дальше. Ты опоздал. Обожаю, когда ты бесишься. Моя южная кровь сразу кипит. Залезай, пока я не передумал. Сильверхенд. Привет, шайтан! Поднимаемся! На, надень! И не снимай, понятно?
Дороги горят. Пасифика отрезана. Света нет. Вот санитанки на улицах. Сука, пиздец. Беспорядки. Это наша работа. Это план Джонни. Уэйлот отвлекает внимание Арасаки от башни. А то, что по гражданским стреляют, тоже часть плана? У нас тут не слет пацифистов, Томпсон. Мне нравятся твои проблемы. Несем груз в лифт, активируем, отдаем на волю гравитации. Взрыв разрушает фундамент, башня валится. Хаос, вопли, рок-н-ролл. Времени на отход будет мало. Подключаюсь. Едят ли кошки мошек? Едят ли кошки мошек? Едят ли мошки кошек? Мёрфи, ты достала уже? Хватит шариться в базах. Передай на всех частотах объявление об эвакуации. И пошли. Времени нет. Боже, кто вписал этот манифест? Угадай с трех раз, блин. Джонни, ты оторвался от реальности. И это тебе говорит Нетранин. Вперед! Приготовиться! Есть только один путь. Вперед! И чё? Где все порты? Слушай, это было круто! Тебя оптику замкнуло или что? Целься давай! Сдавайся! Эй! Мне кого-нибудь оставь! Я еще молодой! Гонялась с Надеждой и Вилкой. Джонни, груз. Как там называлась бомба? В Бушидо 2. Кончай! Нам надо сваливать! Демолитрон! Ну, погнали! К вам идет спецназ! Ребята, уже бегите! Лифта. Стреляй по кабелям! Прогревайте двигатели, мы возвращаемся! Так, это еще не все. Надо скормить это их подсети. Сука, ну конечно! Ты срать хотел на корпоративный колониализм. Это все ради твоей ебучей фанатки. Прости, бестия, тебе не понять. У тебя 4 минуты. Ни секундой дольше. Мы тебя ждать не будем. Так, я взломала дверь. К тебе идет еще отряд. Обожаю тебя. Да все меня обожают.
Сука! У нас потери! Стреляй! На куски порву! Рядом с точкой доступа. Подключайся. Классный ледокол. Импортный. Интересно, кто бы теперь мог изменить протокол под сеть? Очень интересно. Ты помочь можешь? Могут ли пауки ловить мух? Есть паутина? Без вопросов. Спасибо, Мёрфи. Сейчас, на всякий случай. Мать моя, кибер-женщина. Мы в телевизоре. Неизвестная террористическая организация выпустила манифест, в котором пригрозила разрушить Арасака Тауэр. Здание срочно эвакуируют. Террористы заявили, что хотят, цитирую, свалить памятник корпоративному колониализму. Конец цитаты. В ответ мэр Найт-Сити Мболи Эбуники выступил с заявлением о том, что любые акты террора на территории города будут караться по всей строгости. Мы попробуем узнать подробности у нашего корреспондента, который наблюдает за развитием событий у Арасака Тауэр. Все готово. Теперь уходи. Они поднимаются. Беги на крышу! Черт! Это Адам Смешер! Джонни, беги! Мёрфи! Двери заперты, но долго не выдержат. Беги, Джонни, вали оттуда. А я говорил, малыш. Говорил, что я тебя однажды прикончу. まだ生きています。わかりました。向かいます。попробуем еще раз. Кем были твои сообщники? Как вы добыли взрывчатые вещества? А чё это добрый полицейский до сих пор молчит? Давай, поболтай со мной. Какой террористической организации вы принадлежите? Как вы добыли взрывчатые вещества? Привет, дедуля. Я тебя знаю. Азусы, чокшетсу ханасиосуру.
Смотри-ка, у меня получилось. В этой башне погиб мой муж. Но бывает участь страшнее смерти. Я не хотел, чтобы он погиб. Назы коную на коту. Зачем ты это сделал? Чтобы положить конец вашему безумию. Хито ва усо цуки дзибун дзисин о азамук. Дага ся ва чига. Ся ва юбен дага, карера ва кеште усо ва цуканай. Сича но котоба нива цуцумаши-сан га ару. Хаджимеро. А ты... ты кто такой? Он тяжелее, чем кажется. Слушай, брат, я сделал, как ты хотел. Давай мы с тобой поговорим. Арасака-сама, отцо-сама, но сацугайхан мицукемашита. Коно отоко де мачигаэримасен. Хай. 1時間後には着くかと。 Помогите! Тихо!
фигней, да. Ты слышишь меня? Мне нужна помощь. Не теряй сознание еще раз. Не закрывай глаза. Черт. Нам обоим нужна медицинская помощь. Есть трипперы, которым ты доверяешь? Я знаю кое-кого. Мы должны ехать к Риперу. Быстро. Виктор. Надо ехать к Виктору. Сами не доберемся. Надо, чтобы нас туда отвезли. Позвони кому-нибудь. Ладно, ладно. Здравствуйте. В данный момент вы находитесь вне зоны оказания услуг. Забери меня отсюда. Мне надо в эзотерику Мисти. Рядом с Виком. Как пожелаете. Транспорт в пути. Ожидайте через 20 минут. Что ты делаешь? Эй! Личный порт поврежден. Пожалуйста, вставьте штекер чуть ниже уха, но не слишком глубоко. Между лимфоузлами подмышцы должны быть дополнительные нейропорты. Если я поврежу вену, он умрет. Как и в случае, если вы ему не поможете. Кажется, я нашел порты. Подключите его. Так, переносим его. Я не могу.
Мне надо отдохнуть. Это твоя кровь? Мисти! Давление падает. Это нейрогенный шок. Он умирает. Придется пилить затылочную кость. Другого пути нет. Есть риск, что... Я знаю, что делаю! Основная цель – защищать благополучие моей семьи и моих работников. Именно поэтому я принял решение удвоить контингент нашей службы безопасности в Найт-Сити. Президент Майерс назвала это нарушением Арвинского пакта и провокацией против всех новых Соединенных Штатов и Милитеха. Скажите, что такое убийство... Как он там? Ну, восстанавливается дольше, чем ты, но жить будет. Ви, ты меня слышишь? А, как больно. Как себя чувствуешь? Не знаю, Вик. В ушах звенит, и всякая хрень мерещится. Так, а у тебя что, галлюцинации? Ну-ка, давай, пиши. Свет бьет прямо в глаза. Очень шумно. Я стою на сцене и почти задыхаюсь. Меня разрывает от ненависти. Я ору что-то злобное в микрофон. И понимаю, что это не помогает. Ненависть не уходит. А потом... Только не смейся. Я подкладываю бомбу под Росака Тауэр. Было бы над чем смеяться. Они убили меня, Вик. Мне было так страшно. Все было по-настоящему. Не как во сне. Ви, это были не сны. Это были воспоминания. На твоей щепке конструкт личности. Ты видел его прошлое. То есть я вижу воспоминания другого человека? Как так получилось? Не знаю, как это произошло, но теперь вы двое связаны. Двое? Я и кто, Вик? Кто второй? Джонни Сильверхенд, террорист. В моей молодости все в городе его знали. Я бы сейчас поговорил о более важных вещах. Говори. Биочип — это... Это как бомба замедленного действия. В общем, тебе осталось недолго. Максимум. Пара недель. Конструкт Сильверхенда переписывает твое сознание. Он будет работать, пока не получит контроль над твоим телом, и тогда ты просто исчезнешь. Ви, это важно. Ты меня слушаешь? Ты несешь какую-то дикую хуйню. Я не верю тебе. Знаешь почему? Потому что в этом нет никакого смысла.
Что бы со мной ни происходило, должно быть логическое объяснение. Должно быть! Ты же лучший из лучших. Почему ты отказываешься мне помочь? Тебе длинное объяснение или короткое? Рассказывай все от начала до конца. Хорошо. На чипе записан конструкт. Это Джонни Сильверхенд. Ты вставил его в височный разъем. Ничего не произошло, да? А потом тебя убили. Да. Ебучий Декстер Дешон. Как я вообще оклемался после этого? Маленький калибр. Тебе повезло. Мистер Дешон сделал в тот вечер много ошибок. Наниты с чипа сразу начали тебя чинить, заполнили твой мозг и выгнали тебя на свет в конце тоннеля. Те, кого убили, не могут встать и разговаривать, как ни в чем не бывало. Ну, это да. Разговаривают только те, у кого есть корпоративный чип, который призван их воскресить. А как же я? Моя душа? Я вернулся с того света и ради чего? Чтобы меня взяли и стерли? Чё ты меня-то спрашиваешь? Спроси у инженера Фарасаки. Я знаю только, что разум тебя покинет, и это будет жестко. По мнению биочипа, клетки твоего мозга — это опухоль, с которой надо бороться, понимаешь? А твое тело — пустое хранилище для конструкта. То есть этот ебучий террорист хочет меня стереть и забрать у меня тело? Да ничего он сам по себе не хочет, понимаешь? Это автоматический процесс. Его нельзя остановить. А нельзя просто выдернуть этот биочип? Или выключить? Не-не-не, это исключено. Тогда ты умрешь сразу. Блять. Я видел рекламу по телеку. Там еще был тупой слоган. Душа что-то там. Сохрани свою душу. Да-да, он нужен только, чтобы разговаривать с конструктами. Может. Но у тебя, скорее всего, прототип, который как-то уплыл из лаборатории Яросаки. Вик, ты же всегда мне помогал. Если не можешь меня спасти, хоть посоветуй, что делать. Пожалуйста. Вик. Если б я знал, малыш. Мисти. Ты слишком много хочешь от такого дедули, как Вик. Пойдем, я отвезу тебя домой. Потом он умер. И я подумал, что тоже сейчас умру. Там, во сне. Сон — это маленькая прелюдия смерти. Может, я и не просыпался? Я же мог просто там сдохнуть. Не думай об этом, Ви. Расслабься. Смотри. Это твои таблетки. Омега-блокаторы. Принимая регулярно, они замедлят действие твоего чипа. Эти таблетки заставят молчать гостя в твоей голове. Псевдоэндотрезин от меня. У него обратный эффект. Он ускорит процесс. Освободит демона, так сказать. Таблетки, которые будет этого уёбка, чтобы он быстрее меня убил?
Какое-то время все будет нормально. А потом настанет долгая и болезненная агония. Я просто даю тебе выбор, милый. Мозг можно обмануть. Анестетики это и делают. Твое сознание погибнет, Ви. Ты будешь чувствовать, как распадается твоя личность. В какой-то момент ты не узнаешь себя. Это будет ужасно и болезненно. Но ты можешь этого избежать. Сука, тогда зачем таблетки? Я просто сразу пущу себе пулю в лоб. Тогда погибнут сразу две души. Ты этого хочешь? Мне нужно лечь. Ах да, последний подарок. Она была у тебя в черепе. Возьми на удачу. Обещай мне, что поспишь. Ты же слышала, сколько мне осталось. Какая уж тут удача. Не дури. Пока ты жив, есть надежда. Главное, чтобы ты сам в это верил. Думаешь, у меня есть шансы? Я выживу? Конечно. Ты один раз уже умер и все равно вернулся к нам. О. Ты очень хорошая, Мисти. Спасибо. Отдыхай, Ви. Сладких тебе снов. Я выберусь отсюда, ты понял? Я убью любого, кто встанет у меня на пути. И тебя тоже. Мне надо покурить. Где у тебя курево? Ты сюда зашел. Почему мы разговариваем? Да мне-то откуда знать? Не понял. Ты, блядь, кем себе возомнил? Отвали ты от меня! Кого ты работаешь? Говори! Чё? Чё? Ёбаный чип. Я его своими руками выдеру. Нет, стой! Я получу контроль. Я найду как. Ты меня слышишь?
Свали из моей головы! Нет! Лучше вставь себе ствол в рот и застрелись. Я чувствую, как наши сознания соприкасаются. Я словно гниль, которая пожирает тебя. И я не могу это остановить. Слышишь? Как бы я хотел сейчас проблеваться. Это только копия энграммы. А эти другие должны быть. Отъебись от меня! Блядь, выметайся, уёбывай, слышишь? Надо убить себя. Это единственный выход. Слышь, сучонок, стреляй себе в башку, блядь!